коронавирус уйдет, а Apple останется Apple. Осенью состоится очередная презентация техники Apple. MacBook на ARM. iPhone 12. Русскоязычные пользователи интернета пишут о том, что техника Apple не стоит своих денег и являются понтами. Они ругают цену. Окей. Во-первых, барабанная дробь. Доходы в России фиговые и низкие. Во-вторых, российская таможня вынуждает поставщиков повышать цены на товары. В-третьих, рубль постоянно падает из-за бездарных управленцев-менеджеров из Кремля. Технику ведь завозят на долларах. И в-четвертых, всяким NVIDIA и DNS пофиг на доходы населения, и они крутят цены как хотят. Хейтеры Apple пишут, что Android идет в прогресс, а iPhone застрял в прогрессе. Где были все пользователи Android, когда миру предлагался iPhone Blocks, модульный смартфон, суть которого в том, что если, например, аккумулятор сдох, то можно его спокойно поменять. Если камера говно, то можно его поменять на качественную, получше. Где были, когда миру предлагали смартфон с проектором, благодаря чему можно смотреть кино на большом экране, используя смартфон вместо проектора, который работает по принципу проектора. А с дизайном Apple очень хорошо. Чего только стоит дизайн macOS. Дизайн macOS Catalina очень классный, прям шикарный. Дизайн macOS Big Sur. Это вообще красотища. Круто. KDE 5. Красиво, круто, красочно, стильно выглядит. А вот дизайн современный Windows 10 выглядит отвратительно. Крутые иконки, которые они обещали еще 2 года назад, до сих пор не заменили ту бледную, поганую дрянь. iPhone не самый дорогой смартфон. Вот есть пример. Если дорого там iPhone 11, iPhone 12, то есть бюджетный iPhone SE или iPhone 9, 2020 год. В Уфе он стоит почти 39 тысяч. А вот смартфон Librem 5 стоит $750. По нашим курсам валют это 50, почти 54 тысячи. Понятно то, что смартфоны для разных целей, но все же характеристики. Оперативная память в Librem 5 3 гигабайта. Память 32 гигабайта. Судя по названию модели, памяти там 64 гигабайта. В Librem 5 процессор 1,5 гигагерца. А вот Apple-овский ARM 2,7 ГГц. Аккумулятор iPhone SE хуже, чем аккумулятор Librem 5. We'll be right back.
камера чуть хуже. Разница в том, то, что в iPhone SE там можно всеми программами пользоваться, а Librem 5 исключает проприетарщину. Один из самых дорогих смартфонов – это Virtu. Если Librem понятно для кого выпускается с акцентом на безопасность, то Virtu фиг пойми, для кого смартфоны делают. И покупают технику Apple для того, чтобы пользоваться и работать, а не спорить с русскоязычными пользователями Android о том, что лучше, iOS или Android. Понадобится скотч, ножницы, режем один слой. Делаем, прикрепляем вот так. Залипаем на камеру вот этот скотч. И получаем аксиома Эскобара. Нажмите на этот логотип, чтобы подписаться на канал. Хорошего вам дня. Пока.